Всем привет! Сегодня у нас мокбанг. У нас его не было давно, как сами понимаете. У нас сегодня запеченные роллы. Тут у нас кальмары, луковые кольца и пицца. Картофельная с грибами. Соевый соус, имбирь и васаби. Всем приятного аппетита, кто будет с нами кушать. Всем приятного аппетита. И нам тоже. И нам тоже! Да, всем счастья и здоровья, кстати. Всем счастья и здоровья, и нам тоже. Да. Все, давайте будем кушать. Сегодня с мамой мукбанг. Ваня в комнате. В общем, что ты будешь пробовать? Роллы? Давай. Попробуем. Мама приехала по делам и заодно зашла к нам. А, кстати, мы же сейчас поем. Время 5:30. Угу. Вот этот ролл, роллы вот эти, я уже заказывала. Они одинаковые? Они разные. Разные? Они тут все разные. Просто тут... запеченные, да? Да, просто запеченные. Они называются спайси. Острые. Так что смотри. Не очень острые, нет. Ты еще васаби. Положила еще васаби. Я для остроты острых. Да, я же не заставляю тебя есть васаби, я поэтому тебя спросила. Ты сначала не предупредила, что они острые. Ты мне говоришь сейчас, когда я уже начала жрать? Они едят, я уже понимаю, это по нарастающей, жгёт. И всплеск такой. Да? Жгёт? Ну, не сильно, но я просто говорю, что ну, чувствуется, да. Ну, смотри, я тебя поэтому и спросила, будешь что-то запивать или нет? Да, надо было предупредить, что они острые, то запивать будешь? Ну, да, вроде буду, да, запивать. Я забыла сказать, что они спайси. Да, есть такое. Мы, короче, день рождения празднуем. Вчера с Машей праздновали, сегодня мама приехала, сегодня едем в Барнчу, еще и в Барнче будем праздновать. Затянувшийся день рождения. Да. Как тебе вообще они? Вкусно. Несмотря на то, что они острые. Да. Они вкусно готовят. Вот люблю больше всего запеченные. А ты любишь простые, не запеченные? Да, я не так часто я и покупаю. Ну, это понятно, у вас их нету. Ну да. Ну как это какой-то другой. Ну, запеченные они вкуснее, да. Угу. Я салфетки не приготовила. А в чем разница? Вот с этого края и здесь тоже другие уже, да? Или они все разные? Я, мама, не знаю. Я говорю, я в прошлый раз тут они мозаики вот так вот стояли. Ну, мне бы казалось, они вообще одинаковы вкус у всех. Ну, попробуй вот отсюда возьми. Тут есть креветка с рыбой, с крабовой палочкой и еще с чем-то. Ну, просто за счет этой шапочки, видимо, вкус. Да. И за счет остроты вкус он теряется. То, что тут один, там другой, кажется одинаковый. Полючая. А может, мы едим одно и то же, поэтому... А может, там просто тебе вообще просто одинаковые? Ну, вот смотри. Ну-ка, там я у тебя что? Попробую вот с краю просто вот это. Вот это вроде с креветкой. Да? Ну, пробуй. У тебя соевый соус, кстати, вот стоит. Да, я видела. Нет, я просто решила попробовать. И имбирь. Угу. С креветкой? И другой. Ну, вот. Видишь, значит, мы с тобой ели одно и то же. Угу. А вот это вот с лососем. Вот это здесь я взяла с рыбой. Вкусно. Давно. Не я говорю. Давно. Да? Мы вчера ели. Кстати, мама вчера сидела на эфире. Да. Ваня Фила, это, кажется, мама. Ну, потому что Ваня так зарегистрировал. Да. Да. Я уже решила не менять свой ник. Будет Ваня Фил, мне так интересно. Кстати, потом начали писать, ну, когда узнали, что это мама, да? Да. Все начали писать, о, Елена Сергеевна, там, привет, там, что такое. Мама, расскажи свои эмоции, она мне уже рассказала. Мне так было приятно, что меня узнали и что мне передают привет, было очень приятно. Мама, мы сильно изменились, ну-ка, расскажи. Как он правильно? Ну, цветел. После поездки? Да. Конечно. После чего еще можем поменяться в цвете? Нос шелушится. А, ну да. Цвет темный. А Ваня? Ну, Ваня-то вообще, мне кажется, он еще подрос там. Еще выше стал. Такая мачта. Мама так стыдно на него смотрит. Ну, достань воробушка, дядя. Загар такой ровненький, шоколадненький такой. У Вани всегда красивый загар. Шоколадный такой.
Ну, первый и второй день он сгорел сильно, но потом мы его намазали, он вроде это, начал потихоньку, он уже потом начал одевать длинную вот эту свою кофту, что он говорит, мне достаточно загара. Он говорит, достаточно, я не хочу больше загорать. Кепку мою потерял, пришлось ему отдавать панаму, ходил в панаме в моей, а я ходила так, что делать-то? Кушай, кушай. Ты сказал, кушай, что еще? А про телефон-то ты говорила, потерял он. Потерял? Нет, конечно, он в самолете его потерял. И не спохватился, что его нет? Когда мы уже выходили из самолета, а там сзади нас куча народу, можно было бы, конечно, подождать, но я как представила, что это таможня, мы так самые последние, мы из хвоста самолета выходили. Летели же в хвосте. А я думаю, пофиг. А там телефон-то он такой. Старенький. Да, конечно, его даже не жалко выбросить. Сенсор, но он еще и зарядка у него держалась максимум минут 15-20. Значит, повод новый купить. Конечно. Не, у него есть хороший-то телефон. Есть? Да. Маша ему отдала свой телефон. Huawei. Просто я у него забрала его, чтобы он в игрушки не играл. А ты знала, что у Маши iPhone? Маша iPhone купила себе. Я вчера узнала об этом. Я не смотрю на телефон, Маша приезжала. Я что-то даже не посмотрела, какой у нее телефон. Она говорит, более, мама, ты долго в отпуске была. Да. Я думаю, нифига себе, блин. А я-то думала, у нее не айфон. Я тогда вчера Wildberries открыла, там айфон 12-й, 29 900. Цена-то, ну, значит, не настоящий, наверное, по такой цене. А так, а старая цена 80 с чем-то тысяч. А в магазине, что ли? Подожди, не понял. На Wildberries. А, не. Подделка. Она, говорит, вообще с рук кого-то взяла. Я говорю, еще не побоялась как-то. Мы, короче, едим да едим. Может, кто-то знакомый. Просто мне кажется, она просто не стала говорить, и ей, наверное, подарили опять в очередной раз. Да? Вот и все, да. А может, сама купила, и тебе не говорит, что сама купила? А может, о чем мне не говорить? Она вчера сказала мне, что я, говорит, купила его. Да? Ну, да. Купила. Как бы, в принципе, мне что не говорить-то? Это ее право, ее деньги, она что хочет, то пусть и делает. Такие остренькие такие. У тебя чай, запивай. Да. Все. Ты попробуй кольца кальмара, или ты уже села? Да. Нет. Нет, ты не ел, ты луковые ела, а это кольца кальмара. Видно, что я поправилась. Кстати, мне написали, что я похудела. Да, похудела. А я поправилась. Да. На 3 килограмма. Ну, какое-то преображение есть, ты другая. Мне кажется, наоборот, ты стройнее стала. Я счастливая, потому что и стала ходить да, вот да, так. Да, да, да. Это заметно. Конечно, там, ну, там вообще капец. Там другой мир, другая жизнь. На отдыхе всегда так. Это вообще не то слово. Туда надо слетать обязательно. Всем. Всем. Я хочу пиццу попробовать. Кушай. А пицца с чем? Я же говорю, грибы, картошка и сыр. Так, перцем прямо жгёт. Да? Ну да. Спайси. Сейчас еще пойдем это. Сходим все-таки. Поедим. Да. Еще поедим. Это мне до завтрашнего дня хватит. Столько еды. Ну, чего? Я хотела еще этот поесть. Как он называется там? Суп. А! Ванечка, возьми телефон, выключи, пожалуйста. Как интересно, пюре. Да. Да? Приятного аппетита. Ага. Все, продолжаем. Глухой. У него наушники слушай. Ну и чё? Маму по зову сердца должен слушать. Так, я хочу тоже с креветкой попробовать. Сверхзвуковые волны. Да, он должен ловить волну от меня. Ой, господи. А я шучу, если что, то опять начну сейчас писать. Она не любит писать гадости про меня. Как интересно, такой вкус интересный, вот эта пицца. А ты не делала никогда, что ли, такую пиццу? С пюре нет. Я с чем только не делала.
Я редко тряпаю. Надо будет. Ох, это острое. Угу. Ох, особенно с креветкой прям острое. Да. Ох. Ох, это да. Острое. Там такая, да, была? Она с остринкой. Но там остринка была такая приятная. В чем? В еде. А, там. В Турции. Ой, в Египте. Угу. Да. Угу. Там так вкусно рис готовят. Он разными способами там был приготовлен. Ну, это... там и рис другой, наверное. Да, я бы не сказала. Он такой. Нет, же прям, такой? Да, вот. Вот. И длиннозерный, как оно, правильно же говорю? Длиннозерный, да, круглый есть. Угу. Он там есть с обжаренной лапшичкой, с тоненькой рис, прям перемешку, представляешь? И он такой вкусный, там был любимый рис. Потом темный, простой белый, потом еще там с каким-то приправом. Короче, рисов там было полно-полно. Угу. Кстати, маме привезла эту. Что тебе привезла? Финики очень вкусные. Очень вкусные. Я такого вкуса фиников я здесь нигде не покупала. Прям во рту тает. И вкус необычный такой. Потому что они не вяленые. Угу. Они не сушеные, не вяленые. Они именно натуральные. А Маше привезли айву. Мы еще хотели привезти физалис. Но Ваня такой говорит... Последний день возьмем, последние 2 дня наберем. Mm-hmm. Я говорю, а вдруг не будет последние 2 дня? И так и получилось. Не было. Не было. Последние 2 дня физалиса не было. Mm-hmm. Но это хотела, чтобы вы поели тоже привезти. Ну, вкусно все равно. Ну, финики вообще прям очень вкусно. Спасибо за финики, за вкус. А Маша айва понравилась. У нас такая айва дуб-дубом продается, твердая. Uh-huh. А там как она кусается, как груша. Uh-huh. Только которая мягкая, сочная. Груша, поняла? Uh-huh. Да, сочная которая. Uh-huh. Такая желтая-то которая, да? Uh-huh. И она вот по вкусу, как будто бы, ну, как Маша говорит, и груша, яблоко, uh-huh. И что-то она еще сказала, ей напоминает, дыня, что ли она сказала. Короче, 3 фрукта в одном. Uh-huh. А внутри такие косточки, и она прям такая жиденькая-жиденькая начинка. Вкусно. Ну, мы мало взяли айвы. Нам было побольше. Мы просто думали, что она не всем понравится, поэтому мы ее мало взяли. Маша сказала, сразу финики не будут. Ей не нравятся финики? Да. Не любит? Mm-mm. А может, она не пробовала эти? Она попробовала. Она сказала, фу, не хочу. Сами ешьте свою гадость. Нет, вкусно вообще. Очень вкусно. Они такие мягкие, нежные финики. И вкус у них такой прям... Ну вот ароматные. Ароматные. Вот я говорю, вот раньше советская говорю. Когда я маленькая была, бабушки mm-hmm. выдавали на заводе или привезли, или откуда-то. Я прям помню, вот эти коробки она нам давала соли. Может, привезли. Может быть. Потому что. Она же была начальником цехи. Mm-hmm. И, скорее всего, кто-то откуда-то под мазуху привозил. Она нам давала. По-моему, тогда она тоже ездила куда-то отдыхать. Она тоже отдыхала, да, ездила. Может быть, я просто не запомнила. Надо спросить у нее, где она их брала. Она говорит, да, я не помню, я ей вчера рассказываю, сижу. Я говорю, финики привезла. Помнишь, как ты нам в детстве приносила? Сегодня какое число, да? 26-е. Или? Да. 26-е, завтра 27-е. Ты хочешь отца-то поздравить? Но? 28-е. На работу тебе когда? Давай не будем о работе. Я еще не отдохнула. 30-го уже на работу. 30-го на работу? Да. Понятно, быстро время пролетает в отпуске. В отпуске вообще незаметно пролетает. Угу. Мне казалось, вот только улетели. Уже, брат, уже все, уже дома. Ну, мне 10 прям... дней много было. Много лишку? Много. Ну, все равно, вот, зато отдохнула. Ты уже запомнишь это как полноценный отдых, как полноценный отпуск. Никак не 10 дней. Получается, как больше, потому что уже долго было. Вот мы в Турции были в июле месяце, это был самый пик такой там жары. Я пожалела, что туда полетела. Там хуже было. Очень душно, жарко, там невозможно было на улицу выйти. Нам сразу сказали, надо было одевать длинные рукава, шапку. Ну, а здесь тоже вы длинные. Вот мы поэтому сюда взяли с собой. Угу. Там была и комфортная температура вообще. Угу. Как вот у нас летом 22, 23... Ну, у нас и 40 тоже бывает. Ну, на солнце я имею в виду. Нет, я говорю, там такая же была, как у нас здесь 23-22 температура. Mm-hmm. У нас же тепло здесь, хорошо. Mm-hmm. И там точно так же было.
Но если ты выходишь на солнце, угу, это все хана. И там в основном это до 2 часов солнце шпарит. После 2 оно уже идет такое на спад. Угу. С утра. Есть, во сколько вы? Мы прям с 7 позавтракали 7 и сразу туда пошли. Завтрак в 7 утра? В 7 утра. Так рано. Да. С 7 до 10. Угу. Там в любое время можешь прийти покушать. Ой, мы обжирались, как не знаю в кого. Потому что хочется все попробовать, понимаешь? Угу. Ну вот я единственное, что сладости не ела. Я попробовала там пару штучек. Угу. Может, штучек 7. А что там было? Какие сладости? Ой, всякие разные. Я на видео сняла, потом посмотришь. Ну, да не разные. Там и слоёное тесто, и волосы, как Маша говорит, и пирожные всякие разные были. Угу. В меду, с орехами, с джемами, там, со всякими-всякими. Ну, я не знаю, меня вот не возбуждал аппетит вот это вот все дела. Я вообще вот проходила спокойно, просто смотрю, ой, как красиво, просто красиво оформлено, так это все ярко, так это все сочненько, так. Ты никакую пироженку. Да вообще не ела, я не пробовала. Не привезла. Я даже нет, ну, конечно. Маша привезти в коробочке? Да я не знаю, что-то я говорю, не стали это везти. А вон ей привезли этот тоже что-то какие-то волосы, пахлава или как это правильно-то называется. Угу. Она нам Ване отдала, она есть не стала. Да. Я поэтому даже не стала, ну, набирать. Она тоже что-то не очень сладкое, это не ест. Так она и говорит, что я тоже люблю больше соленое, угу, чем сладкое. Угу. Поэтому я не стала сладкое везти. А шоколад там был? Шоколад. Там дофига шоколада надо было. Надо было мне попросить, чтобы ты шоколадку привезла. А, шоколадку? Шоколад. Или не то, что... Нет, не шоколад. Ну, вот... Такой кусковой шоколад бывает. Продавали, но мы даже на него не обращали внимания. Вот. Они нашего все хотели, шоколада Аленка. А что, надо было побольше взять? Я одну только взяла. Надо было побольше. Очки сторговала. С 25 на 13. Говорила, да. Надо было спросить, кто ездил. Что-то. Они прям там все на каждом ларьке. Аленка есть? Я говорю, нету. Так я бы знала, я бы набрала. Надо было набрать Аленки туда. Так много, я взяла всего одну. Никто не подсказал. Да, наоборот, моя вот эта турагента, которая путевку мне покупала, продавала там, ну как она? Она сказала, что возьми. Она говорит, Таня, возьми с собой Аленку. Я говорю, зачем? Она говорит, возьми, пригодится. Надо было больше взять. А я откуда? Я даже не спросила, зачем. Она просто пригодится, и все. Я думаю, ну ладно, возьму на всякий случай. Она бы сказала, Таня, возьми много шоколадок. Я бы взяла больше шоколадок. А так очки интересно. Красивые, ага. Мне тоже нравится. Прям вообще-то тебе хорошо в этих очках. Я тоже говорю. Это мужчина мне подобрал. Угу. То, что мы сами стояли, выбирали, нам не очень. Мне не нравилось прям вообще. А вот он говорит, вот возьми вот эти померяй. Я такая делаю. Они на русском, на русском говорят? Они плохо. А, ну... Но понимают. Нормально. Угу. Нормально. Разговор можно найти. Конечно, там в основном они все на английском балакают. Угу. Все на английском. Там очень так интересно было наблюдать за тем, что там со всех миров люди разговаривают на разных языках. Это так интересно, вообще пипец просто. И все, понимаешь, дружат. Вот все на этом маленьком уголочке, вот на всем вот этом, со всех миров, и все дружные. Хорошо. Вот это хорошо. Не то, что по телевизору показывают, понимаешь? Нельзя верить телевизору. Вот что я тебе скажу. Все дружат. Все относятся друг к другу по-человечески. Да, там на английском, на немецком, на французском, на украинском, на молдовском, на... Там, короче, вообще со всех. И мы все друг с другом, вот понимаешь, разговаривали жестами где-то там, где-то на английском. Короче, мне понравилось. Ваня, ты говоришь, такой острый есть? Можно? Будет. Можно ему столько? Можно. Я еще одну с креветкой, и все, остальное ему оставлю. Угу. Ты тебя наелась? Да, да, конечно. Какой тут еще перекус, как ты сказала, перекусить? Тоже все. Том-ям хочу. Как? Суп том-ям. А, тоже острый. Угу. С морепродуктами? Угу. Растащила тебя. С острых ролл до супа. Но я все время же острый люблю. А его нельзя было заказать, чтобы привезли? На, привозят не то. Нет? Нет. Вот охота именно, чтобы с пылу жару принесли, и ты вот сел, покушал. Угу. Вот такое хочется. Мы там креветки хотели купить. Я тебе говорила? Нет. Маша, наверное, рассказывала. Я говорю, доллары не могла найти. Мне написали, Таня, обратись к гиду. Гид поменяют. Я написала гиду, он мне не ответил. Даже сообщение не прочитал. И мы ходили, искали, кто мне может поменять-то рубли на доллары. Так и не нашли. А там вот такая креветка вот отсюда. И вот до сюда,
Ух ты, как огромная. У меня фотка, если я тебе покажу. Да. Она, короче, стоит килограмм $11. Угу. Ну, представь, ну. У них там по 100 рублей доллар. Угу. Вот, прикинь, а у меня жена там в телефоне. И я думала, господи, как не поесть-то? Я так хотела поесть этих креветок, но я так и не смогла разменять эти доллары несчастные. Они даже тебе там же на рынке, на этом рыбном приготовят. Они тебе прям в отель привезут, и ты тут же с ними расплатишься. Mm-hmm. А вот пирожник. А, ну я скидывала фотографию, ты видел в Телеграме? Ну, эти видел в Телеграме. В Телеграм-канале скидывала. Вон маска. А, вот она. Я ее пролистнула. О! А, ну это я не видела. Так я ее не показывала нигде. Вот эти вот, $8 килограмм. Какие огромные. А вот эти, $11 килограмм. Я сюда вставлю этот фоточки. Какие здоровые. Представь, и они свежевыловленные. Всю ладонь. Да, видишь, они сколько их там лежит? Да, да. Капец, я думала, я куплю, пофиг, сколько они стоят, я куплю вообще. Так мы и доллары и не нашли, не поменяли. В общем, все, ты накушалась, точно? Да. Чай попила? Да. Не допила? Не допила. Мои шикарные брови, которые никому не понравились. Главное, мне нравится. Зато какие они, смотри, игривые. Главное, тебе нравится. Ой, да, главное, мне нравится. Пофиг, что кривые. Зато они игривые, видишь, как гуляют. Да. Хорошо. Ты же двигаешь. Они сами по себе вот такие вот, зато ими двигать не надо, они и так гуляют волной. Короче, ладно, все. Всем спасибо огромное, что зашли. Спасибо за то, что вы нам лайканите по-любому это видео. Напишите обязательно комментарий. И увидимся с вами на следующем мукбанге. Влоги скоро выйдут, только когда, не знаю, но выйдут. Все, всем спасибо и всем пока-пока. Мама, пока. Пока-пока.